В выходные согреться можно на местных горячих источниках. В субботу, 13 ноября, в регионе стартует термальный сезон. Но из-за пандемии праздничных мероприятий на курортах не запланировано. Напомню, что ровно год назад Тюмень получила статус столицы термальных вод России. Так появилась традиция открывать сезон горячих источников. По словам медиков, такое купание бодрит и закаливает. Добавлю, что отдыхать там сейчас безопасно. Все антиковидные требования соблюдены. На входе проверяют температуру и наличие масок. QR-код, как и ПЦР-тест здесь не требуется.